Всем привет, с вами Джага, сегодня мы полетаем на И-17, вот этом чудесном истребителе, который почему-то незаслуженно покрашен в коричневый цвет, если на него напялить все камуфляжи. Даже не знаю, возможно, разработчики намекают, что он шоколадный, хотя не уверен. Попадаем мы на карту порт, это походу песочница, и у нас тут по тяжам приблизительно одинаково. По штурмовикам тоже, у врага на один самолет 4 уровня больше, а еще у них 2,15 бис, как-то не очень. Ну, у нас, правда, есть БФ-109, а у врага нет, но это сомнительное преимущество. Такс, вот он, наш И-17, но тут он не коричневый, а такой как надо, такого вот агрессивно зелено-черного камуфляжа. Похож на какую-то, ну не знаю, осу. Ну, оса, понятно, желто-черная, но вот черный такой, вот что-то черное. Вот что-то черное, это как бы черное. Опасное. И незаметное. Как Бэтмен. Так, и думаю, столько высоты нам больше и не понадобится. Чуть не пойму, куда это я лечу. В горы. Летим в горы, брат, да? О, там сейчас начнется. Там уже началось. Вот, конечно, надо гнаться не за кем-либо, а за нашим чудесным штурмовичком-бровичком. Упс. Один. Вот так. Как-то спасибо нашему штурмовику за то, что он так всех красиво собрал в кучку. А вот и 16. Совсем не радостная встреча. Не стрелять, все, я учту, обязательно как-нибудь использую этот совет. Короче, надо чуток отлететь, красиво развернуться и картинно сбить врага. Вот так. Дальше, кто там, что там творит с нашим штабом? Уже все. Наш штаб уже как бы вытворили. Ну, куда я успеваю? Не знаю. К воде. Бог его знает. Что там со штабом творится? Ну, покажите, кто там хоть. Ой, боже, как высоко. Кто это? Где это? А, БШ-2. Ну, БШ-2 известно что. Сейчас его сольют там, и я туда, вероятно, не успею. Вражеский штаб разрушен, зенитки ослаблены. Хотелось бы слегка успеть и поучаствовать в празднике жизни. Ой. Пардон. И ра-та-та-та-та-та-та, красавчик. Но, тем не менее, наши добивают. Так играть нельзя. Сами понимаете, глупо. Надо было уступить врага товарищу по команде. Ну, уж очень хотелось сбить 5. Вот и сбил. Где вообще происходит бой? Вот. Кого не мнут? Тяжи мнут. Что это такое летает? Я вообще не пойму. Где он? А, И-16, боже. Ну, его сбили тупо Михалычем. Ну и все, как бы. Мне-то оздали, да, но я сбил товарища по команде тупо тараном. Простите, ну, так вышло, извините. Кого я сбил? Сейчас, я сбил. Уничтожен? Нет. Посчитали, нет. Команды, кого я сбил? Блин. Кого-то из наших, ну, извини.
Я потом на видео напишу, ну не напишу, по крайней мере гляну кто. Прости меня, товарищ по команде, так случилось. Ну уже очень хотелось аз заработать. Всем пока. С вами был Джага и чудесный, прекрасный самолет И-17. Ну на самом деле прекрасный. И на этот раз, вот пожалуйста, и штраф за повреждение союзников, 36 опыта, 85 кредитов. Ну я думаю... Да, я думаю, тот, кто там попал под раздачу, ну, таран мой, он сильно обиделся. Извини, прости, браток. Серьезно, ну вот так вышло. Да, глупо я себя вел, ну, аса хотелось, и вот он ас. И вот он самолет, в принципе, он коричневый, действительно шоколад. И всем пока.